21 марта отмечается Международный день человека с синдромом Дауна. Эта дата вошла в календарь в 2005 году. А в этом году к этой дате присоединился и наш город. И сегодня мы с радостью представляем вам Суруяну Неустроеву с дочкой Машенькой, Людмилу Павлову с дочкой Лилией. И также вместе с ними пришла Инара Сокольникова, координатор волонтерского движения фонда Харесхал. Доброе утро, девушки. Доброе утро. Ну, прежде чем начать наш разговор, я хотела бы вам подарить вот наши вот браслеты «Весна на НВК». Имейте в виду, что эти браслеты лотерея, по которой можно выиграть 1 апреля. Ценные призы, например, сруб дома. Так спасибо. Что, спасибо большое. Мы участвуйте в нашем розыгрыше. Мы, в свою очередь, тоже для вас подготовили браслетики, которые приурочены, да, к сегодняшнему дню. Браслетики «Творю добро» с Харесхал желтого цвета сегодняшнего солнечного дня. Спасибо. Ой, спасибо. А на какую руку их? А на какую вам удобно? Ну, начнем разговор, да, девушки. Я знаю, что буквально вчера, позавчера состоялся интересный флешмоб в нашем городе, да? Расскажите, пожалуйста, об этом более подробно. 19 марта силами волонтеров благотворительного фонда Харесхал, координаторами проектов и клубом «Мам детей с синдромом Дауна» мы решили провести небольшой флешмоб для того, чтобы привлечь внимание наших жителей к сегодняшнему дню. Как проходил наш флешмоб? Мы собрались в торговых центрах нашего города и запускали желтые самолетики. В самолетиках была информация о том, как можно присоединиться к акции, тем самым поддержать наших мамочек. Вот сегодня, 21 марта. И как же можно присоединиться к акции? К акции достаточно очень легко присоединиться. Например, мы сегодня предлагаем нашим жителям надеть что-то желтое на себя, сфотографироваться, выложить в социальные сети, поставить нужный хэштег «Солнечный день ИКТ». Также можно поменять аватарки, да, на своих сотовых телефонах, поставить солнышки. Также мы предлагаем жителям нашей республики, нашего города приобрести шары желтого цвета. Также они будут продаваться волонтерами в торговых центрах. И мы в определенных точках нашего города поставили специальные сундуки, где ящики наши, с пожертвованиями. Да, ящики с пожертвованиями, где, пожертвовав какую-либо определенную сумму, вы получаете желтый браслетик. А вот таким образом, вот я надену, допустим, сегодня желтое платье, да, что я покажу вот этим самым? Вы этим самым покажете, что вы поддерживаете сегодняшний день, сегодняшних наших мамочек, наших девочек, вообще всех людей с синдромом Дауна. Потому что у нас вообще в Якутии это наша первая такая акция, наша первая пробная акция. И мы очень рады, что наши жители, они активно приняли в ней участие, потому что желтые самолетики вот 19 марта мы запускали не только с мамочками, с волонтерами, жители приезжали, все с удовольствием бросали эти самолетики. Это очень радует, что вот у людей есть такое вот хорошее вот отношение. У нас уже с Лариной есть кусочек солнышка. Да. А какие мероприятия еще сегодня пройдут? Ну вот основные это вот наши акции, которые будут проводиться вот в торговых центрах и на точках. А куда уйдут все вырученные средства? Все вырученные средства, они будут направлены в клуб мамочек детей с синдромом Дауна «Солнечные дети». Ага. И вот интересно, вот как много в нашем городе, в нашей республике таких мамочек, таких детишек с синдромом Дауна? У нас есть группа в WhatsApp, у нас не организация, у нас есть просто группа в WhatsApp. Там у нас человек 17 с разных вузов. С Якутска у нас там человек 6 из разных вузов. У нас самый отдаленный вуз у нас Анабарский вуз, Аймеконский. А что вы делаете? Вот что обсуждаете в своей WhatsApp-группе? Мы в WhatsApp-группе обсуждаем своих детишек, свои развитие, да? Их развитие, там, игры. Угу. Бытовые какие-то, да, моменты? Ага. Меняемся опытом. Ага. Ну, не оставляем своих в одиночестве, как бы сказать. Да, чтобы они не остались одни. И вот такой вот интересный вопрос, да, почему желтый этот цвет? Почему желтое платье нужно надеть? Желтый аватар. Желтый цвет – это цвет солнца, да, который дарит там и тепло, и радость. Вот видите, какие они у нас светлые, радостные. Вот, солнечные, да, солнечные. Не зря же их называют солнечными детьми, да? Когда мы приходим домой, у нас в доме живет такое солнышко. И мы забываем все свои проблемы, все свои заботы. Все остается за порогом. И у нас
вот такой, если он и дома светит. Как можно присоединиться к вашей вот WhatsApp-группе? К нашей WhatsApp-группе. У нас есть визиточки, которые мы оставили в Харсхале. И с нами вы можете присоединиться по номеру 8964-428-4874. Мы вас присоединим к своей группе. Ну, если телезрители не запомнили этот номер телефона, можно просто позвонить в фонд Харсхал и уточнить этот момент, как можно присоединиться к этой группе. Что ж, огромное спасибо, девушки, за участие в нашей утренней программе, за позитив, который вы нам подарили, девочки. Лилия и Машенька не могут поделить наши браслеты. Дорогие телезрители, мы хотим напомнить, что 1 апреля во время большого прямого эфира состоится таки как раз розыгрыш этих призов, по которым вот мы сегодня браслеты раздавали. У вас есть шанс выиграть сруб дома? Да, действительно, потому что браслеты-то непростые, это лотерейный билет, по которому можно выиграть сруб дома и другие интересные и ценные призы. Но сегодня, дорогие телезрители, одевайтесь во все желтое. Если у вас нету желтых вещей, то как минимум берите желтый шарик. Да, желтый шарик, желтый браслет, желтый бабочку, что-нибудь желтое. Давайте поддержим детишек с синдромом Дауна. Сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу. Не переключайтесь, увидимся через 2 минуты.